Третий матч выездной серии предстоит сегодня «Трактору», на этот раз в Риге, с местным «Динамо». После трех поражений подряд дома и на выезде челябинцам просто необходима победа. Челябинцы сейчас занимают 12 место в турнирной таблице «Востока». У рижских хоккеистов на одно очко меньше и 13 место на Западе. Обе команды не в лучшей форме и обеим нужна победа. Добавлю, что в прошлый матч с этим соперником закончился в пользу «Трактора». 9 октября Челябинск обыграл Ригу по буллитам. Сегодняшний матч на арене «Рига» начнется в 22:30 по челябинскому времени. В прямом эфире встречу «Трактора» и «Динамо» можно будет посмотреть на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.ru.